Буэнос диэс, братва. Ядерный рассветный заряд выше крана. Это значит, что мы нашли братана и поэтому поскакали. Нам надо торопиться. Братец говорит, что бюро не те, за кого себя выдают, а я еще эту хуйню рулю, оказывается. Во как! Ладно, посикарашили. Так, мне надо куда-то туда, но непонятно куда, ебаный свет. О, сальник. Баные волки. Так, суть по звуку, я тут не одинок. О, сука, нах. Оркестр гремит басами, трубач отошел поссать. Бум! Трубу он оставил, она меня манит, шатать или не шатать. Вы мне скажите, что-то я не понимаю, нихуя. Хуя струя. Так, значит, все-таки через охранку. Что-то мне подскажешь, что я тут ни херища не одинок. Опа. Полет не помогает, блять, надо сваливать.
Твою ж мать, не успел микрофон отключить. А, это комната с бумажными хуями. О, летучие. Как говорится, похеру, резаним тут. Самоубийцы. Да скоро ж вы кончитесь-то, собаки!
Так. Убить нах. Так. Ага. Пройти не вариант. Где же этот бублик ебучий? А, он. Пизда мне. Блять, как далеко. Жалко, тут нет нигде точки контроля и засейвиться не вариант. Так, значит, по коридору. Так, здесь трое. Угу. Они скорее сами себя поубивают, чем дадут это сделать мне. Еще где-то бублик летает. Так. Угу, внизу бублик. Квестрое. Здание скручено.
Ну, вот теперь можно этих двоих запинать. Нормально. Ой, ушнул. Differently and ordinary for us. But wishing won't change things. Ordinary. Finding the projector will. There's so much coming together in this one case. A new object of power, something we have not seen before. I mean, coming from me, that's saying something. And the boy, Dylan Faden. Prime case. And the sister as well. Once we catch up with her, but the boy, it's so much potential. We're talking Northmore level readings here. And I don't want to invoke his name. It's completely different circumstances here. It's remarkable. There was an incident. Lost a valuable member of our team, yes. Excessive force. Dylan has so much. He's just a kid. I'll take the blame. He needs some slack. I mean, boys will be boys. He's exceptional and under a lot of stress. Robert's got killed. Is this what Dylan wanted me to see? It doesn't matter. We need to find that projector. Studied what happened in Ordinary here. That's the place to start looking. Я тут, как обычно, не одинок. Канах. Ага, коридор продолжается вот туда. Но есть проблема в том, что
Коридора-то здесь нет. А вон та комната, которую видно из этих зарешеченных окон, охуенно заистинная. Чё? Мертвый пёс? Блин, как нос чешется. Угу. Там, кажется, есть лифт. Где-то справа, судя по карте. О, а вот и бомбер. Сука, вот этот сюрприз. Насрали. Не догнал. P7. Ага. Как выходит, P7 это мы с вами, вернее, Джесси. Правда, лично мне непонятно, почему локализаторы так перевели. И6, когда оно, наверное, P6, Prime 6, как в оригинале, или Prime 7. Но это уже, как говорится, вкусовщина и лично мое мнение, и пошло оно вообще в жопу все. Играем, как играется. Как говорится, херня делов. Блять, опять круги нарезать.
Как-то это все грустно. Ладно, поэтому прервемся. Спасибо всем, кто наблюдал. С вас лайки, подписки, все как обычно. И до скорого. Надеюсь, братва.